Участок дороги у деревни Калдарова нельзя назвать оживленным. Так и в момент происшествия трасса была не загружена. В какой-то момент автобус «Уфа-Акьяр» выехал на полосу встречного движения и оказался в кювете. На место аварии были стянуты экстренные службы и медицинские работники из близлежащих населенных пунктов. Где-то полпервого мне на сотовый звонили, что здесь авария. И мы сразу сюда приехали. Ну что вы увидели? Ну, здесь лежал вот «Мерседес» и больные. У нас перелом, дети здесь плакали. Переломы, ключицы, там, таз. Ну, многочисленные у всех. И чем это было внутри черепной. Большое количество пострадавших и 17 пассажиров, большая часть были доставлены в больницы, объясняется тем, что «Мерседес Спринтер» перевернулся несколько раз. Пассажиры злополучного автобуса недоумевают, что пошло не так и почему транспортное средство оказалось в кювете. Мы сами ехали, а вот ни встречек, ничего не было. А вот как получилось, я не могу сказать. Эти ехали, я даже не заметил, как это получилось-то. Когда уже стали падать, уже когда автобус перевернулся, вот. Я упала, и все на меня упали там. Мы пошли возле, не возле шофера, а ближе к шоферу сидели. Пострадавших на каретах скорой помощи доставляли в больницы близлежащих населенных пунктов. В Кумертау в тяжелом состоянии поступило трое пострадавших и один ребенок. Пациентка, находящаяся в реанимационном отделении, крайне тяжелая. Остальные в средней степени тяжести, которые находятся у нас в отделении. По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением. Но самое главное, транспортное средство не должно было находиться на данном маршруте. Предприятие «Транс-Экспресс», не имея на данный маршрут ни свидетельства, ни маршрутных карт, осел посадку с южного автовокзала города Уфы и поехал. Он не имел свидетельства и маршрутной карты на обслуживание пассажиров и багажа по данному маршруту. То есть осуществлял перевозку незаконно. Будет ли выплачивать перевозчик нелегал компенсации пострадавшим, пока неизвестно, ровно так же, как были ли застрахованы пассажиры.